Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. И сегодня я наконец-то снимаю ролик со своим парнем. Наконец-то, такая говорит. Эй, всем большой привет, с вами Анри Бэй. Да, я очень рада, что Карина меня снова позвала. И сегодня, Карина, мы что будем делать? Смотреть мои старые видео. Ой, боже мой, мне сегодня настолько стыдно будет. Я тоже об этом подумал. Но просто я хочу сразу сказать, что я ее видео не смотрел старые. Она мне показывала влог из Египта вроде как. Да. И то не полностью ты его посмотрел. И то я посмотрел, типа, да, кусочками. Но старые ролики, я, знаешь, Карин, кстати, что видел? Я видел, ты передавала мне флешку, помнишь? И там я находил какие-то ролики старые, про слаймы. Но они не настолько старые, насколько ты можешь себе представить. Есть ролики, которые я прям вот снимала году так 14. Охренеть. Лет 5 назад, вот. Поэтому сегодня тебе будет очень интересно. Андрей никогда не смотрел моих старых видео, поэтому я думаю, что он сегодня будет просто в шоке с того, как я менялась, как я стремилась к своим целям, через что я прошла и так далее. Ты, вот, на самом деле, Карин, большая молодец, я тебе всегда об этом говорю. Вот только у меня вопрос, как думаешь, не буду ли я испытывать испанский стыд? Будешь. Думаешь? Думаю, будешь. Мне будет тоже стыдно. Да-да-да. Сегодня нам вместе, ребят, будет стыдно. Так что смотрите это видео до самого конца. Не забывайте про то, что у меня в Инстаграме проходит конкурс на 50 тысяч рублей. Ник, вы его видите сейчас вот тут вот. И еще по ссылке ниже в описании. Давай, как будто я держу твой ник вот так. Давай. Все, ты держишь мой ник. Вот, и по ссылке ниже в описании можете еще перейти и подписаться. Обязательно участвуйте, потому что разыгрываются реально крупные деньги. То есть победить может абсолютно каждый. Я помогал Карине составлять правила для этого конкурса, поэтому все максимально честно. Да. Победить может реально любой человек. Все зависит от времени, когда вы написали, все зависит от дня, когда вы написали. Все зависит от того, как скоро стукнет 1 миллион. И чтобы не, скажем так, не запикаешь, не проебаться в последний момент, то лучше участвуйте сейчас, потому что если будет 1 миллион, вы не успеете до этого момента написать комментарий, все, вы не участвуете, уж извините, времени было у вас достаточно, я думаю. Да, и не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и смотреть их первыми, потому что в последнее время мы с Кариной постим видео только премьерами, да. Чтобы посмотреть премьеру, в которой мы также сидим. Если вы хотите с нами пообщаться, включайте колокольчик, заходите на премьеры, потому что видео выходит довольно-таки часто. Да, поэтому мы можем начинать. Всем приятного просмотра. Первое видео, Андрей, которое я тебе хочу показать, оно является не самым первым, но так. Это тот период, когда я начала расти, когда у меня резко... А после чего вообще? Есть какой-то момент, после которого ты ровно... Смотри, у меня есть ролик, называется «Как я делаю уроки». Посмотри на статистику других роликов до здесь этого. Здесь примерно 150 тысяч. Нет, было на то время очень мало. Это сейчас из-за интереса мои зрители заходят и смотрят старые ролики, поэтому тут уже по 150, по 200 тысяч просмотров. А этот ролик, он очень хайпанул, и из-за него 4 года назад был снят. Как я делаю уроки, списываю, да. Бегаю по столу. Но я тебе сначала покажу не этот ролик, а вот этот. Вызов принят по карточкам. Этот ролик... Ой, а я не видел ли я фрагмент оттуда, как кто-то заваривал чайный пакетик у тебя? Да. Ты мог видеть, и именно с этого ролика, помнишь, что их в трансляциях зрители писали? Пароль какашка. Нет. Да. Да, вот, это с этого ролика. Оттуда? Ты прикинь? Ну что, поехали? Поехали. Ну, с Богом. Всем привет! Сегодня такая с вами Карина и Маша. В этом видео мы снимаем «Вызов принят». Те, кто не знает, правила будут ниже в описании. Это так мило! На самом деле, я так быстро снимала приветствие, я так хотела снять этот ролик со всякими вызовами, я еле уговорила свою подругу вообще сняться она в этом ролике. Да, она вообще не хотела, я но... Я знаю. Нет, ты чего, она из Челябинска. Я с ней вообще уже не общаюсь вот долго. А с чего это ты взяла, что я не знаю? Эй! Смотрим дальше. Все, вот у нас есть секундомер и баночка с числами. Записочки? Да, я Карина... первая. Ну, я первая, да. Карина сейчас будет начинать. Так, ищи. Так,
Смотри на мои ногти, на ногти посмотри. 10. 4:19, 4:20. Вот, да, заварка. Я должна 15 секунд продержать заварку во рту. Так, сейчас Карина уже открывает. Раз, два, три. Блин, не видно. Ну ладно, я нажала на старт. Время идет. Вот. Видно, что время идет. Поменьки. Да, да, да. 11, 12, 13, 14, 15. Стоп. Все. Вытаскивай эту гадость. Посмотри просто на мое лицо. Я посмотрел, я увидел. Да, это капец. Сморщилось, скрючилось. Абсолютно выполнимый челлендж, я считаю, и намокла только та сторона, которая была на языке, то есть вот это нёба, нижняя сторона, не на верхняя сторона. Не ну, на... обычный челлендж, и я её просто хочешь? Придумала... Не, спасибо. Я просто придумала задания, которые мне придут в голову, ну вот скажи по поводу вот этого прекрасного лица. Ну, по поводу прекрасного лица... Сильно ли я изменилась? Можно я скажу по поводу челленджа сначала? Давай. Это кажется странным, потому что такого никто не делает. А то, чего никто не делает, людям поначалу кажется странным. Согласитесь, что если бы любой из популярных блогеров, даже ты сейчас, сделал бы такой челлендж, пусть он и тупой, он очень креативный. Ну да. Если бы любой сейчас из популярных блогеров запустил, остальные бы продолжили делать, люди бы считали это мнение блогерским, то есть адекватным. И поэтому тоже бы делать то же самое, несмотря на то, что это полнейший тупизм. Ну да, окей, по давай. По поводу твоего лица... Обычная личика. Я просто не хочу ничего. Ты офигел! Смотрите, ребят, ты офигел вообще? Здесь у тебя еще волосы еще докрашенных, правильно? Да, это мой натуральный цвет. У тебя как у меня, смотрите, цвет. Да. Примерно. Мой натуральный цвет. Очень красивый. У меня у мамы такой же цвет. Ну я хоть как-то изменилась, скажи мне, пожалуйста. Ты, от тебя стали ровнее зубы. Сильно. Ничего, что я брекеты носила. Спасибо за информацию, я об этом не знал. Давай посмотрим дальше. Естественно, у тебя лицо стало намного выразительнее. То есть ужасно, мне нравится твоя... Твоя, как это назвать, мордочка. Очень нравится. Окей, давай посмотрим еще немного. Примешаешь? Давай. Ты здесь, она, знаешь, такое, типа, не знаю, здесь, она, знаешь, такое, типа, у тебя детское, а что такое выразительное было? Блин! Мой любимый вкус. Тик-так. А надо все съесть? Да, все за 15 секунд. Сразу голос, раз, такой голос два, у меня, капец. Детский. 2, 3, 4, 5. А в чем мем? 6. Она должна за 15 секунд съесть тик-так. 9. Я бы его просто проглотила. Ну да. 11, 13. Она сейчас все зубы 15. Переломает. Да. Бу! Правда или действие? Блин! Что? Я изменила голос в приложении. Что там? Бу! Нет, ты сказала да, наверное. Нет, ба, это я придумала свою фишку, типа, когда я угораю, я говорила ба. Типа, бо! Сейчас тут такие, знаешь, типа, я хлопаю, потом хлопают еще 3 человека, и потом такой зал... Да. Давай дальше. Сможешь ли ты добиться 15 тысяч подписчиков за 2 года? 15 тысяч? Если я буду сильно стараться, 8. То ну, я максимум, наверное, наберу 7 тысяч. А, меньше это было. Если я буду очень сильно стараться. Но навряд ли, я точно не знаю. Мила там такая. Итак, сейчас моя... Это не Мила, это, во-первых, не у меня дома было, а у нее были собачки, да. У нее были собачки. Очень миленькая. Сильная независимая женщина, по-моему. Какую ты собачку себе хочешь? Шпица. Вот, у нее было 2 шпица. Беленький и рыженький. Зачем так ребенка травить душу? И тогда я так смотрела на нее, когда она рассказывала о том, что сможет добиться 15 тысяч, потому что у меня было даже меньше. У меня было где-то на 1000, ну вот 8, как я сказала. Ну ты молодец. Ты старалась. Ребята, если будете стараться, если будете делать то дело, которое вам реально нравится, то у вас обязательно все получится. Будьте умницами. Окей, закончим с этим роликом. Он идет еще там 11 минут. Посмотрим дальше. Есть еще очень много интересного. Я хочу, знаешь какой? Хочу хайповый вот тот, не 700 тысяч. Как я делаю уроки? Да. Хорошо, давай его посмотрим. Всем привет, меня зовут Карина. А, хотя, блин, вы не знали, что меня так зовут. И сегодня я решила снять видео, оно будет довольно-таки странным. Как я делаю оно уроки, оно уже довольно-таки странное. Как я делаю... Все, что я увидел за 10 секунд, это, блядь, шары цветные. Да, просто какие-то голос. Шарики. Всем привет, меня зовут Мне Карина. Было лень записывать приветствие, я тебе серьезно говорю, мне было лень. Мне очень нравится приветствие, давай ты сделаешь такое же. Всем привет, меня зовут Карина, хотя вы, наверное, не знаете, что меня зовут Карина.
Я очень долго угорала. Давай посмотрим дальше. Делаю уроки, поэтому не удивляйтесь, если вы это увидите. Ну и смотрите. Поехали. Так, пора делать уроки. Берем дневник, там, где я гипотетически, наверное, записывала домашнее задание. Да. Так, блин, я ничего не записала. Звоним подруге. Помощь, помощь. Набираем телефон. Номерочек. Посмотри, какой у меня был раньше чехол. Это картошка фри. Я понял. Пятый айфон. Я очень любила всякие такие, знаешь, такие чехлы, я понял. Чехлы объемные. У меня был такой друг в классе, одноклассник мой. Он, передайте привет, Саш, если ты смотришь это, то... в общем, он тоже любил такие чехлы. У него был, допустим, 7 плюс, по-моему, iPhone, и был, или вообще у него Samsung, что ли, был какой-то. И он, короче, купил себе чехол такой здоровый, с фламинго, то есть, образно говоря, вот такого размера. Я поняла, телефон, вот и где-то такая вот голова, такой, да, да, вот такой фламинго. Я видела такие чехлы, это да. Была жесть. Я поняла. Но он ходил, ему понравилось, типа, нормально. Ну, многим нравится объемный чехол. Ну, просто, знаешь, типа, проблема детей в том, то, что они засирают друг друга. Вот, типа, тебя засрут, ты будешь потом, ну, блядь, типа, чтобы меня не засирали, я лучше его сниму. Ну, да. Поэтому не надо так делать. Кто засирает других, тот лох. Окей, смотрим дальше. Я сейчас оглохну. Алло, привет, Лиз. Я опять, как всегда, лох. Я не знаю, что нам задали, потому что никогда нифига ничего не записываю. Скажи, пожалуйста, что нам задали на завтра? Просто мут каждого. Я думал, что ты сейчас скажешь такая, типа, сейчас мама такая якобы подойдет, и ты скажешь, мать, типа, нам ничего не сдавали. Она такая, ну сейчас я наберу тетю. На самом деле, вот спрошу. Ты ни за что не поверишь, но этот ролик я снимала импровизацией, тупо. Я просто сидела, и то, что мне взбредет голову, я делала. Озвучивала. Потом я поняла, что мне лень снимать приветствие. Я записала на фоне этих шаров. Тебе тогда сколько было лет? Мне лет 12. Я почти все свои ролики, понимаешь, снимаю импровизации. Но с другой стороны, тебе сколько лет? Ну, лет 12 мне где-то было. Да. Ну, мне 18. Ну и что? Окей. Какая разница? Это круто. Это круто. И я тебе сейчас хочу перемотать момент видео, где я тупо ходила по столу, и уже у меня просто, вот я не знаю, до чего. Дошли мои мозги, дошел мой разум, что я решила поступить как какая-то больная. Я знаю, докуда, пока ты не включила, притормози. Окей. Мне кажется, ты доехала все-таки до конечной станции. Да, да, да. Я решила не выходить, знаешь, потанцевать. Просьба выйти из вагона. Продолжаем, давай. Вот могла бы я, короче, выйти к доске, и там был бы выбор, что типа ты можешь... либо станцевать какой-либо танец. Чечетка. Либо сделать настоящее домашнее задание. Я бы выбрала танцы. Пошлите с вами танцевать. Ты сейчас это вижу, да? 43. Ножка подурачились, но хотя бы что-то... Я сейчас реально это не знаю. Блядь! А у меня нет мне слов. Стыдно, блядь. А у меня просто нет слов. Ты прикинь, чем я думала, вот это вот снимав. Ну ты бесилась, ты думала, что это понравится людям, но... Я не думаю, что ты в тот момент понимала, что когда-то, через сколько-то лет, когда ты станешь реально популярным блогером, от которого много чего зависит, ты будешь пересматривать это и смеяться. Я предлагаю посмотреть другой ролик. Сейчас я полистаю, найду что-нибудь смешное. Есть ролик, который называется «Тег проблемы белых», и в конце я подписала этот ролик, как заорала на всю квартиру. Смотри, в чем мем. Мем в том, что тебе YouTube поставит за российские шутки. Мы ни в коем случае не унижаем расы другого цвета кожи. Я вообще не, тогда не... Я не понимала, в чем мем даже этого тега, ты прикинь? Ну сейчас я имею в виду, мы сейчас снимаем, и да. Нам за вот это, за то, что мы сейчас скажем, могут тебе поставить блок. Могут, поменялись, да. Правила. Я знаю, но просто в чем мем, посмотри. У меня, я даже тогда не знала, типа, как переводится этот челлендж, типа, что он означает. Так. Смотри.
мне кажется, всю жизнь мания на длинные заставки. Когда ты сидишь, это вроде должна быть перебивки, прошу прощения. Сидишь, вроде уже хочется, чтобы она вот закончилась, прям па-па-па-па-пам, и все, вот как у меня, видела. А у тебя вот я сижу, что там, напомни музыку. Твоя перебивка, когда там открывается. Я не помню. Короче, вот эта перебивка у Карин, она идет максимально долго. Я миллиард раз тебе говорил, что тебе нужно ускорить, оставить ту же самую музыку, перебивку ускорить. Но она пока открывается, там что-то шевелится, потом ничего не шевелится, потом она закрывается, потом она опять... Ну понятно, ты думаешь, давайте уже видео. Да. И вот здесь это то же самое. Вот смотри. 10 секунд мы сейчас смотрели, как Карина качается под музыку на качели. В этом теке я просто отвечала на какие-то тупые вопросы, я хочу перемотать этот ролик, и почему я его тебе включила, то что почему? В конце... Очень угарный момент. Все, меня уже поперло. Смотри, самое главное, что я тебе хочу показать, я уверена, что это могут запостить по всем пабликам, но тут я сказала правду. Инстаграм, Твиттер и... И Тамблер. Не-не-не. Меня нету ни в Твиттере, ни в Тамблере, поэтому я выбираю Инстаграм. Следующий вопрос. На что ты тратишь больше всего времени? На снятие видео для вас и на редактирование видео. О, для вас. Следующий вопрос. Любимые блогеры. Катя Клэп и ссылка в описании, блин, Хелбер. Я не знаю, как правильно читается, но вообще Хелбер. У них прикольный привет. Очень видео, он будет сейчас высветиться где-то, квадратик. Да ладно, да ладно. Видео, потому что они, у них видео очень прикольные. Волосы сиди там круче. Я обожала Хелбер. Я их, правда, очень любила, мне было так... Мне нравилось смотреть. Хочешь еще чисто сердечное признание? Какое? Я смотрел и Клэп, и Хелбер, и Янго. И я. И всех их я смотрел. И что это у меня точно так же. Мы тоже, каждый блогер, мне кажется, смотрел тех, кто начал раньше снимать. Я просто к чему это говорю, то что, ребят, допустим, сейчас вы смотрите нас, смотрите тех же Хелберов, кого угодно, вы смотрите любых блогеров. Хочу вам это сказать, как человек, который прошел через все это, вплоть от того, чтобы смотреть сначала блогеров на Ютубе. Соглашайся со мной, если, да. Если у тебя было то же самое, смотреть их на Ютубе. Да. Потом ходить на всякие встречи. Фоткаться с ними, да. Было. Было. Просить росписи. Да, было. Было. И вплоть до того, что сейчас мы типа просто общаемся как знакомые, как друзья. Ну, конечно. То есть это все очень интересно. Тяжелый путь, но да. Когда вы его проходите, очень круто оглядываться назад. Поэтому, если что, хочу вам сказать, не бойтесь, всегда стремитесь к тому, что вы хотите, потому что у всех все получится, если все будут стараться, как я уже говорил в начале да, видео. Да, конечно. Вот вам живой пример. Смотри, еще есть один момент в этом ролике, где я, все, у меня началась шиза, вот эти вот припадки, которые у меня постоянно начинаются. У меня так раньше начиналось под конец ролика. Да. Я просто снимаю и такой, знаешь, типа... Отвалил. Да, снимаю и вроде уже что-то вхожу в роль и такой, что-то надо повеселее такой. Думаю, блядь, потом вот дебил. Реально, да. Смотри, все, припадки начались, поехали. Следующий вопрос, всегда ли ты выглядишь презентабельно? Что значит презентабельно? Эффектно. А, нет. Вот сейчас я, к примеру, выгляжу не презентабельно. Следующий вопрос. Кому передаешь эстафету? Ты моя девочка. Смотри. Я передаю эстафету двум каналам. Каналу Соня Кот и Фенни Кэм. Фанни Кэм. Блядь. Это что было? Какая ты была конченая. Я была конченой, капец. Я любила орать, я любила, я не знаю, я любила все, что угодно. Это жесть. Да. Это жесть. Нет, у меня реально нет слов. Как сидеть и потом в камеру угорать. Ты прикинь, как зрители напугались, блядь, это видеть просто. Просто, типа, кому я передаю эстафету? Да, только это вообще адекватно. Я не изменилась, мне кажется, да. Вообще никак. Окей, давай посмотрим еще какой-нибудь ролик. Итак, предпоследний ролик, который я тебе хочу показать, это... Этот ролик очень короткий, я просто туда вставила неудачные дубли, которые когда-либо происходили... Блуперсы, это не да, обычные дубли. Да, типа блуперсы. Ага, давай посмотрим. Я до сих пор учу просто блогерский сленг. Вот в этом окей. Окей, давай. Это вот... Офигенная песня. Следующее, что нам попадается в моей сумке, это
трусы и лифчик. Так, скажи мне, что ты подумал вот сейчас, когда услышал про трусы и лифчик? Первая мысль? Да. Первая мысль, я подумал про вчерашнюю сумку от ноутбука, с которой я ходил по аэропарку, по двум съемкам, целый день ходил с сумкой. Люди думали, что там ноутбук, а там Карина, извините, ночевала у меня, и я таскал ее в огромной сумке, трусы и лифчик. И все, больше там ничего не было. Что я подумал? А что я должен был подумать? Я реально сейчас вот тут достану трусы и лифчик. А, типа достанешь ли ты? Дурак, блядь, да. А, это ставки, да? Да. Ставлю 50 рублей на то, что... Ставлю вот свой айфон на то, что достанешь. Что вы сейчас подумали, но это двое резиновых трусов маленьких и один резиновый лифчик. Вот, пожалуйста. Следующий. Я угадал. Ты не угадал. Как не угадал? Я скажу, ты достанешь трусы и лифчик. Это трусы и лифчик, неважно, какого они размера. Правильно? Ну ладно, окей. Ну все, подожди, теперь... Стой! Дай-ка, это не твой теперь айфон, я теперь вызову тебя. Вопрос был от Даши Сметанки. Ты когда-нибудь пробовала кулить? Кулить. Hello. А почему тебя не блокировали? Три письма. Карина, почему тебя не блокировали ролик за музыку? Я не знаю. Мне было вообще все равно. Мне не было монетизации. Мне было пофиг на все эти значки. Смотри еще часть. Три письма. И я очень рада этому. Господи, боже, ну что? Всем привет, меня зовут Карина. Катя. Катя. Фу. О. Карина, ты... Меня наказывали родители. Мне папа давал кнопочный телефон Nokia за то, что я не вставлю. У меня тоже такое было. Ставь человеку, кого наказывали родители, и давали вместо смартфона вот какую-то роду писюху, в которую невозможно было играть. Окей. Это что, был Чокер? Да. Понятно? Да. Нажал? Да. Ничего не делай, мама говорит, что тупо снимай, чего больше от тебя ничего не требует. Вот какая сука была, такое осталось. Да, реально. Просто, блядь, снимай больше, от тебя ничего не требует. Это какая милая моя девочка. Нет. А строить ты из себя, посмотрите. Вот это что? Посмотрите, какая. Посмотрите на нее, посмотрите. Дальше. Скажи что-нибудь мило, чтобы люди тоже думали, что я не один такой конченый, разговариваю как еблан. Скажи что-нибудь. Ему халюзи, махи, квакуфан. Мы как два дауна с ним разговариваем просто иногда. Просто когда у Карины плохое настроение, или у меня плохое настроение, или что-то прям максимально хорошее случилось, мы такие, ты моя девочка, вот типа такое становится очень-очень мило. Досмотрим этот ролик. Я сломала кровать, блядь. С такой жопой, блядь. Ну, короче, это просто были тупые блуперсы, вообще просто такие бредовые. А у меня никогда не было. Не было? Я хочу сделать. Ставьте лайк, если хотите, пишите, точнее, в комменты, если хотите, чтобы я сделал блуперс. Я даже не знаю, откуда их взять. Типа, единственное, что вот такое, знаешь, которое хэштег «пу», блядь. Да. Только из этого разве что. Да-да-да, ну да. А как вчера, помнишь? Как вот это. Да. Ну и последний ролик, это тоже блуперсы, и мы их тоже посмотрим, тоже короткий ролик. Давай. Тоже последние блуперсы, еще одна часть. Посмотри на мою заставку. Ты все это монтировала на телефоне? Привет. Да. Нет. Привет. Привет. Нет. Также тут мы можем раскрашивать свою рожу, придавать ей какой-то красивый эффект. Раскрасить свою рожу. То есть тут выбираем рожу. Какую-нибудь фотографию, к примеру, моих ног. А, нет, зачем красивую? Да. Это папа, блядь. Что? Я говорю, пап, я снимаю, он берет мне в камеру, в пак сует, блядь. Посмотри. Да.
Ну зачем твоя жопа-то здесь? Ну а как, не вот так, что ли, бежишь? Это очень годно сейчас было. Я реально, я не знаю. Я обожаю твою маму просто. Зачем твоя жопа-то здесь? Угол мьютов, что ли? Бля, это самый смешной момент. Дальше. Давай. Делаю обро... А... Следующее приложение, оно называется... Следующий фильм... Следующий фильм... Следующий фильм... А что у тебя волосы мокрые? Это я типа после клипа снимала. Аня! Это папа маму позвал, блядь. А, погоди. Аня! И начал ржать. Ну, Карин. Я не могу. А, заключение. Блин. Хочу сказать, ничего бредовее я не видел. Не видел, не согласна. Видел, реально. Типа, если не снимать, не учитывать ролики на YouTube, где фейлы показываются, ничего более бредового и рандомного я в своей жизни не видел. А у тебя, хочу подметить, что были очень милые щечки такие, прям... Постоянно ты, кстати, делала губы почему-то, типа, вот это нормальные губы, она делала... Да, я очень любила так делать. Да. Офигеть. В общем, это прикольно. Хорошо, что ты оставила, ты большая молодец, что оставила эти видео. Я же тоже себя на канале, помнишь, оставил? Да. Один ролик трехлетней давности, чтобы люди, это типа все для подписчиков, то есть они могут открыть спокойно и сравнить. Я видел много, очень много раз, как вы пишете Карине в директ, типа, Карина, с чего вообще начать? Типа, я не могу начать. Посмотрите, с чего начала Карина. Она снимала просто вот что? Я даже не знаю, как это описать. Все, что в голову придет. Просто все, что угодно. Если вам это интересно, то с опытом к вам придет и скилл снимать красивую картинку, и плавную картинку, и монтировать. Да. Все это будет очень-очень круто в конечном формате, и, возможно, вы добьетесь успехов. Ну, а я вам говорю большое спасибо за просмотр, ребята. Мы очень старались сделать это видео максимально атмосферным. Я уверена, что Андрей сейчас будет целый день отходить. Кактус расставили. Вон и фламинго еще стоит. Такая атмосфера, я не могу. Так что мы вас очень любим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылочки все на соцсети вы найдете в описании этого ролика. Также включайте колокольчик. Я напоминаю, чтобы не пропускать новые видео. Ну-ка, вы быстро нажали сейчас. Мы с Кариной ждем. Да. Всем пока. Мы еще ждем.